Matt A is the finalist weight category. 48 kilos junior snowman. Red uniform, Anastasia Malavashvila. Кузьмяк, украинская спортсменка Кузьмяк, весовая категория до 48 килограмм и юниорок. Владислав Владимирович Гаврилов, бессменный руководитель юниорской сборной команды. Ой, хорошая атака. Прям в самом начале проводит Артур. Умница. И тут же преследует. Преследует и прямая рука. В общем-то, опасная ситуация. Сдается. Сдается Максим. И медаль достается российскому спортсмену. Очень молниеносный финал. Хорошо забрал сверху захват. Правой рукой своей провел бычок и не выпустил из партера. Как в книжке, как в учебнике, что называется. Молодец. Вот посмотрите, да, правой рукой хорошо взял за плечо. Сверху вошел. И вторым движением таким добавил. Очень красивый полет. И выполнение болевого приема на руку. Еще раз вот, да, плечо, вход, раз. И вот отсюда выстреливает в другую сторону, уже даже поменял направление. Остановил его, вот, придержал. И... ну, просто как в книжке. А тем самым на параллельном ковре у нас Кузьмяк из Украины ведет встречу со счетом 2-0. И бороться им осталось еще 2 минуты. Сумеет ли Новожилова Анастасия переломить ход встречи? Вот она сейчас, я вижу, села на болевой прием. Арбитр открывает выполнение болевого приема, минуту дает. Ну, сложновато сказать, что этот болевой, конечно, достигнет цели. И тем не менее, да, украинская спортсменка выигрывает встречу. И завоевывает золотую медаль. Кузьмяк Юлия, Украина. Ну а мы ждем следующего финала. Весовая категория до 68 килограмм у юниоров. Будет Михаил Дубчак бороться в красной форме Молдова.
и будет он бороться с Ивановым Максимом, Россия. Внимание, победители и призеры финалов прошедших среди юниоров, просьба готовить финальные церемонии награждения и зрительные герой на наших экранах. Дубчак Михаил, Молдова, и Иванов Максим, Россия. Иванов Максим, представитель Чебоксар. Чебоксар сборной команды России, он не единственный. Тренируется под руководством Геннадия Ильина, чемпиона Европы. В первый день представители Чуваши завоевали две золотые медали. И вот сегодня у них может родиться третья золотая медаль. Ну что ж, хорошая работа в Чувашии ведется по самбо. И не в последнюю очередь благодаря, наверное, усилиям Евгения Васильевича Селиванова. Пытается прорваться на удержание молдавский спортсмен. Очень опасно. Ну, да, тут, в общем-то, опасно, да не опасно. Тяжело в такой ситуации, честно говоря, прижаться туловищем к туловищу. Минуту отборолись. 1-0. Иванов ведет, но он явно превосходит в росте своего молдавского соперника. И посмотрим, как он будет вообще пользоваться. Вот Сергей Пегасов, представитель тоже Чебоксар, курирует Иванова здесь. Кричит с трибун, подсказывает. И Иванов вообще, на самом деле, очень хорошо борется в партере. Вот сейчас он, конечно же, атакует именно там, в борьбе лежа. Смотрите, очень интересную растяжечку делает. Переходит с рычага локтя, комбинирует, делает растяжку. Удастся ли ее провести до конца? Тут самое главное не выпустить голову. Ну, тот выпустил ногу. Но продолжает все равно, еще раз повторяет. Повторная атака за пяточку. Тут лучше прихватиться, да. Вижу отсюда, что голова выскочила. Уже растяжки не получится. Параллельно Анастасия Конкина из России выиграла юниорский финал весовой категории, да, 60 килограмм. А у нас тут по-прежнему 1-0. И Сергей Пегасов вот активно кричит прямо с трибуны. Миша, все внимание, все внимание, пусть сус. Миша, лакап, лакап, тут лакап.
и вновь активно борется в паттере Максим. Вот, несмотря на то, что он сейчас находится снизу, он все равно атакует. Вот видите, он переворачивает. В паттере вот такая позиция на спине на самом деле является атакующей, поскольку он лежа на спине, человек может работать не только двумя руками, но еще и двумя ногами. Что сейчас Максим продемонстрировал, сделал переворот, но он, к сожалению, не смог все-таки удержать. Да, разница в росте приличная, и Максиму, конечно же, надо уметь воспользоваться своими рычагами, атаковать на расстоянии. Ну, а Дубчак Михаил, конечно же, должен стараться эту дистанцию сократить. Вот, молодец! И вот хорошая такая атака. Хорошо. Броска Макс, вперед, захват руки на ковре, по плечу. Поплотнее сделай. Хорошая схваточка, бороться еще 1 минуту 55 секунд, и на самом деле правильно кричит с трибуны Сергей, не расслабляться, потому что вот он все-таки больше начинает уже отступать, удерживать, это рано, за 2 минуты удерживает встречу, все-таки рановато. Посмотрите, хорошо скомбинировал, 2 балла со стойки на грудь, переход на ущемление, точнее уже даже на рычаг бедра. Тут же скомбинировал с ущемлением икроножной мышцы. 2 болевых приема за раз пытается сделать. Защищается это одного, это другого. Молдавский спортсмен. Ну вот здесь уже мы видим, что в принципе болевого не получится. И даже вот Дубчак пытается его накрыть на удержание. Вот атакует вновь к удержанию. Рвется грудь к груди. И отсюда начинает уже переворачивать Максим. Ну, опасное удержание бы пропустил, конечно, схватка сильно бы поменялась, сами понимаете. Близок был к удержанию молдавский спортсмен, надо сказать. Активность за это движение, активность оценили судьи. Скорым печали! Скорым печали! Скорым печали, Михай! И вновь ситуация повторяется. Иванов Максим в положении на спине пытается перевернуть на удержание. Вставай! Все, давай. Тяжело дышит Максим, видно, что подустал. Все силы надо собрать в кулак и довести встречу до конца. 17 секунд бороться, и вот видно, да, тяжеловато, еле встает, медленно встает. Замечание получает за пассивное ведение борьбы. Молдавский спортсмен усиливает прессинг, пытается бросить через спину. С двумя рукавами не совсем удачный подворот. И, в общем-то, можно сказать, теряет уже время, теряет в партере. Даже если на удержание накроет, а он это делает, то время встречи заканчивается. Не успевает, время не хватило. Ну что ж, Иванов Максим, Россия завоевывает золотую медаль. Дубчак Михаил, молдавский спортсмен, завоевывает серебряную. Молодец.
куртка не помешает. Ну и сейчас у нас состоится очередная церемония награждения. Макс, давай, одевайся. Ну вот интересное повторение. Вот это первое действие, за которое, видимо, нет, тут оценки не было у нас. Здесь была активная попытка, конечно, да, захватом руки под плечо атаковал Максим. Он ловил движение, вот бросился вперед немножко. Дубчак явно вот бросился, и тут же Максим попытался его на этом поймать. Но запоздал. Чуть пораньше бы это сделал. Может быть, оценка была, надо было это раньше делать. А вот здесь интересно скомбинировал. Видите, поднял коленочку, показал, что будет делать, скорее всего, бросок через голову или что-то в этом роде. А на самом деле, видите, как зацепил своей длинной рукой его под коленку и провел прием. Он раз попробовал под коленочку взять, видимо, почувствовал, что можно. Вот показал замах ноги и посмотрите, как поменял направление и бросил. Но вот в комбинации, конечно же, и состоит самбо. Именно в комбинации получается броски из таких обманок, конечно же, броски и рождаются. А вот так просто с места, ну, вряд ли это возможно. Juniors women. To take part in the voting ceremony, we invite the president of European Samba Federation, Sergei Yeliseev. The bronze medal in this weight category goes to Indra Sakaitytė, Lithuania, and Victoria Kovalyova, Belarus. The silver medal goes to Anastasia Novozhilova, Russia. European champion in weight category 48 kilos juniors woman, Yulia Kuzmyak, Ukraine. Awarding ceremony, weight category 52 kilos, junior men. To take part in awarding, we invite the president of Bulgarian Samba Federation, Roman Stoilov.
The bronze medal in this weight category goes to Kanan Binyatov, Azerbaijan, and Vadim Ganenko, Belarus. The silver medal goes to Maxim Manukyan, Armenia. European champion in weight category 52 kilos, juniors man, Artur Zagarjan, Russia. Awarding ceremony, weight category 60 kilos, juniors women. To take part in awarding ceremony, we invite the president of Armenian Samba Federation, Leonid Airapetyan. The bronze medal in this weight category goes to Tatiana Tokt, Belarus, and Diana Tonu, Moldova. The silver medal goes to Maria Petrushak, Ukraine. European champion in weight category 60 kilos, Anastasia Konkina, Russia. Awarding ceremony, weight category 68 kilos, juniors men. To take part in awarding ceremony, we invite the president of Serbia Sambo Federation, Ivan Smederevo.
The bronze medal in this weight category goes to Vadim Mikulski, Belarus, and Rafik Manukyan, Armenia. The silver medal in this weight category goes to Mikhail Duvchak, Moldova. European champion in weight category 68 kilos, juniors man, Maxim Ivanov, Russia. Come to the mat A, the finalists weight category 72 kilos, juniors women, Ivana Yandrich, Serbia, and Valentina Cherkashina, Russia. Head of the mat A, Ivan Netov, Bulgary, referee Yakub Abdullayev, Azerbaijan, and Diana Arlauskaite, Lithuania. Предстоит просмотреть еще два финала юниоров и параллельно. Matt B, the finalist weight category 80 kilos juniors men, red uniform Александр Голомос, Молдова. Вот этим поклоном Александр Голомос, в общем-то, сказал, что он большей части занимается дзюдо. Он еще сделал поклончик перед выходом, уже перед входом в круг. И тут тактика борьбы, конечно, тактика борьбы, соответственно, должна быть, наверное, у Руслана такая более самбийская. Судьи проверили борцовки, и, видимо, они у него на толстой подошве для классической борьбы. В общем-то, подошва у борцовок в самбо должна быть мягкая, без каких-либо резиновых и пластиковых ставок. Вот сейчас Виктор Бухвал, председатель Европейской коллегии судей, проверил лично и, в общем-то, признал, что борцовки пригодны для того, чтобы в них бороться. И борьба наконец-то началась. Саша, бери первый, в общем, с формой все в порядке. А параллельно девушки и юниорки весовой категории до 72 первый, килограмм. В финале встречается сербка сверху, Саша. Жандрич Иванна. Вот Руслан Киселев атакует, Саша, проходом в ногу. Чего? И борется сербка с российкой Черкашина Валентиной. И вот Валентина уже бросила на 2 балла. А у нас здесь пока счет 0-0. Осторожничают оба спортсмена. Осторожничают. Проходит в ногу Руслан.
тут же контрил. Контрил Александрова броском через голову. Вот это рабочий тренер Киселева Руслана Владимир Богомолов. Самбо 70. Отжимай голову, отжимай, отжимай. Прославленная наша московская школа. Надо сказать, на этом переезде в Европе четверо участников от самбо 70 борются. И уже у них трое, прошу прощения, трое. И вчера Андрей Кобзев завоевал бронзу. Сегодня вот борется Руслан Киселев. Счет пока что 0-0. Арбитр встречи объявляет замечание борцу в красной куртке. И Руслан делает проход в ноги. И, конечно же, это 4 балла. Пытался контрить его Голомос Александр броском через голову. Но это уже тогда, когда он был выведен из равновесия, уже падал. Здесь, конечно, 4 балла синему. Проводит ущемление ахиллова сухожилия Руслан. Там, к сожалению, не видно, как хорошо он взял его ногу. Ну, так вот спокойно лежит, да, правильно, наверное, все-таки поднять стойку можно уже. Можно было, наверное, и раньше. Хорошо! 4 балла! Продолжает атаковать Руслан на краю ковра. Еще 2 балла. Вот боковой судья показывает, что 2 балла он бы оценил. А руководитель встречи, вот Еременко Владимир, остановил встречу. И они сейчас будут разбирать этот эпизод, видимо. Посовещаются. Угу. Ну, очень спорный эпизод. Вот смотрите, Руслан проходит, делая вот такую переднюю подножку с переходом на через спину, в общем-то, с колен. А красный, защитивший, встав на колено, делает бросок, уже контрприем, да, пытается через грудь сделать. И вот насколько вот этот эпизод сейчас посчитает судьи, вот была ли здесь пауза, вот. Вот, и все-таки, да, 2 балла. Ну, потому что вот он проводил бросок в сторону, в том же направлении. Красный проводил бросок в направлении броска синего. И даже если синий не бросил, то красный упал сам. Это так, в общем-то, расценили судьи. Называется «совпали движения». Ну, не разобрался в ситуации Александр Голомос. Может быть, не стоило ему так действительно активно пытаться контрить, скручивать Руслана. Он его скрутил, а сам вот упал на спину перед этим. В том направлении, в котором как раз Руслан и бросал. Такой тактический, наверное, был бросок через голову. И совсем край ковра, видимо, сейчас я бы на месте красного катанулся бы вперед сейчас. И, в общем-то, схватка бы началась заново в стойке. Но вот, видимо, опыта не хватает Александру. Здесь, в общем, хорошая ситуация. Просто выкатиться за ковер и продолжить борьбу стоя. Эта ситуация на руку теперь Руслану. Время уходит, болевой идет. Время уходит. Отсутствие опыта у Александра Голомоза здесь явно на руку. Вот здесь вот плотнее Руслан садится. На соседнем ковре Черкасина Валентина выигрывает весовой категории до 72 килограмм у сербки Жанны Чеванны. А здесь у нас счет, вы видите, 1-0. Хорошо, и вот удержание, и оценка, и удержание. Вновь боковой судья показывает 2 балла. Оценочку покажите.
и Гаврилов, в общем-то, тоже желает увидеть оценку. И вновь разногласия судей. Тут руководитель ковра показал 4. Арбитр вообще ничего не показал, а боковой судья 2. Вот если наши режиссеры покажут нам сейчас видеоповтор, то мы тоже с вами сможем это расценить, и каждый из вас может сделать вывод, как оценить этот бросок. Ну, видимо, не удалось быстро. В итоге судьи договорились на 2 баллах. Ну, там был, в общем-то, проход в ноги, да, и что там. Спиной к центру развернись. Спиной к центру, да-да-да. Вот, и тут, вот отсюда работай. Все, край отработай, Рус. Осталось бороться минуту. 9 баллов ведет Киселев Руслан. Конечно, в общем-то, я думаю, он удержит это преимущество. Или, по крайней мере, по сценарию должен удержать. Самбо и самбо, все возможно, давай, давай, болевые приемы, чистый бросок. Добавь, кстати, слово сказать, мало мы чистых бросков видели, признаться, на этом пересте Европы. Но у нас еще впереди целый день. Может быть, мы увидим их завтра. Защитную, конечно, тактику уже включил, что называется, Руслан. Видите, выставил 2 блока, встал в низкую стоечку, пятится назад. В партере, конечно же, преследует, тут же переходит на ущемление ахиллового сухожилия. Ну, не очень удачно, не прихватил. Ну и вот, конечно же, время встречи. Киселев Руслан, Россия, завоевывает золотую медаль, Голомоз Александр серебряную. Что ж, у нас с вами финальная встреча, весовая категория свыше 100 килограмм. Мы с вами сегодня уже касались этой весовой категории и интриговали тем, что встретится в красной форме. Вот мы его видим на наших экранах. Кокаури Ушанги, Грузия. А бороться с ним в финале в синей форме будет хозяин соревнования, румынский спортсмен Нате Даниэль. Арбитр Абдулаев из Азербайджана, руководитель ковра Иван Нетов, Болгария. И Анатолий Кантер, Украина, боковой судья. И вот ходила информация, что у румынского спортсмена травма, что, возможно, он не будет бороться в финале. Но, тем не менее, он в себе силы нашел, и вот он борется.
И вот даже вот первые попыточки-то с его стороны, он активнее встречу начал. Как бы он не устал, он все-таки крупнее своего грузинского оппонента. И высокий-то темп, я думаю, что грузинскому спортсмену на руку. Обычно те, кто полегче, они в тяжах-то и повыносливее будут. Ну, румын такой колоритный, что называется. Хороший, мощный, такой фактурный тяж. Борется в правую стойку. Прошу прощения, в левую стойку борется румынский спортсмен, а грузин как раз борется в правую стойку. Оба так стоят ровненько, высоко, такие молодцы, классическую технику демонстрируют, классические стойки, захваты. Кто же кого перекричит, полный зал румынских болельщиков или же малочисленные, но очень эмоциональные грузинские спортсмены, посмотрите, да, что-то вот прям растерялся из безобидной просто ситуации. Просто безобидной ситуации. Упал румынский атлет и прям на всю спину 4 балла. И накрылся на удержание. И, видимо, он оттуда уже не уйдет. 10 секунд удержания прошло. И счет сейчас станет через 2 секунды 8-0. Да, сложно будет отыграться, конечно. 8-0 это прилично для тяжей. Но это прилично вообще. Но это еще не смертельно. Тут может быть и чистый бросок, конечно. Румынские болельщики и не думают вообще сникать. Они все равно продолжают поддерживать Даниэля. И правильно делают. Молодцы, очень дружные. В общем-то, у Даниэля, мне кажется, есть шансы. Время бороться еще чуть меньше 3 минут. Посмотрите, какой вход. Смотрите, 4 балла. Но все-таки 2 балла дают все трое судей. И удержание открывает арбитр. Удержание идет. Зал просто ликует. Жаль, что это не было 4 балла оценка. Жалко, вот сейчас здесь опасно, очень за пальцы хватал. И не додерживает удержание. 19 секунд на табло, это же надо. Не удержал до конца румынский спортсмен. Ой, это называется упущенная ситуация. Он... Но тем не менее, да, все-таки... 4 балла дают за удержание румынскому спортсмену. Счет становится 8-6. Вот это схватка. Ну что же, вновь. Встреча останавливается. Вмешался представитель Грузии. Вот я же вам сказал, что я тоже, честно говоря, видел, мне показалось, что все-таки не 20 секунд было, а 19. Вот, переговариваются судьи. Но 4... А на мой взгляд, там 4 балла было за бросок, дали 2. А за удержание, наоборот, было меньше удержания, а дают 4. Ну, где-то берут, где-то отнимают. В общем-то, если такой счет на табло останется, то он будет справедливый. Ну, может быть, это мое, конечно, субъективное мнение. Да простят меня сейчас зрители. Нет, счет остается, теперь на табло выставляется 8-4. Бороться остается 2 минуты. И румынский атлет... Ай-я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 й. Это оценка. Все трое судей единогласно дают этот балл.
Мал переходит на болевой прием. Посмотрите, посмотрите, опасная ситуация. Можно, 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 если поближе к кисти подобраться, то можно провести болевой прием. Ах, честно говоря, опытный спортсмен бы в этой ситуации уже руки-то разорвал. Видимо, не хватает опыта румынскому спортсмену в борьбе в партере. Какая напряженная ситуация. Руки-то практически разорваны. Надо второй рукой чуть-чуть помочь. Чуть-чуть помочь. Выскочила голова. Выскочила голова, и болевого уже не получится. Арбитр открывает удержание. Ой, ой, тут какая страсть, какая страсть. Грузинский атлет сдался под тяжестью румынского. Вот это да, вот это схватка. Посмотрите, а счет был 8-0. Почему же он сдался? Может быть, вот мне показалось, честно говоря, там было перекрыто... Перекрыто дыхание у румынского, у грузинского спортсмена. Он не мог дышать. Ну что ж, Натео Даниэль, ну просто молодец. 8-0. Посмотрите, вчера были такие финалы. Сегодня... Сегодня были... Какой сегодня финал весовой категории? Свыше 100 килограмм. Да, да, вот это, конечно, да. Вот это победа. Вот это вот на радость, что называется, румынским болельщикам. Да и вообще, в общем-то, любителям самбо. Но вот сдача, от чего же произошла сдача? Очень такой эпизод, может быть, режиссеры сейчас могут нам показать. Ну, на мой взгляд, было перекрыто дыхание, ну, животом, что называется, животом. Животом. Вот здесь вот просто безобидная ситуация, 4 балла. Вот, конечно, сам себе осложнил жизнь румынский спортсмен. Может быть, он и выиграл бы эту встречу малой крови, что называется, и менее эмоционально для зрителей. Но вот и вот здесь посмотрите, как хорошо вошел на заднюю подножку и добивает, доделывает, что называется. Ну вот, ну может быть и 2 балла, да. Так вот, вторая лопатка не совсем касается. Может быть, да, вот судьи, конечно, здесь я не прав, наверное. Посмотрите, вот оно падение такое. Да, чуть-чуть, вот не полностью спина все-таки касается, хотя очень... Низко и близко. И хотелось дать 4 балла, признаться. Да, 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 да. И вот здесь контрприем. Не удалось грузинскому атлету бросить. Вот подхватом, видимо, хотел бросить. Так, вперед бросочек. Завалил его. Завал такой исполнил. Под тяжестью, тяжестью своей вывел из равновесия. Кокаури Даниэль Ушанги вывел. И вот, ну здесь, конечно, вот одной рукой добавить. Вот он сдался, говорит. Сдался, сдался. От чего сдался? Вот чуть пораньше вот режиссеры, если отмотают, почему сдался. Ну вот здесь вот у нас, конечно, вот это обидное падение, да, бах. И все, и удержание тут же. Да, вот я думаю, что Натео Даниэль теперь будет купаться в лучах славы в Румынии. Ну, это уже мы видим с вами прошлые финалы. Да, это юноши у нас отлично отборолись тоже. Вот. Хороший бросок через спину с колен. Адуков Абдул Кадыр выиграл здесь у Меладзе и Йосифа, Йозиба. Ну и, конечно же, награждение, церемония награждения победителей и призеров. Приятные, приятные моменты для тех, кто завоевал медали. Ну и мы, конечно же, поздравляем всех спортсменов, которые завоевали сегодня призовые места.
The silver medal goes to Ivana Jandrić, Serbia. European champion in weight category 72 kilos, Valentina Cherkashina, Russia. In honor of the winner, out them sounds of Russia. Please, music. Awarding ceremony weight category 90 kilos juniors men. To take part in awarding ceremony, we invite the president of Slovenia Sambo Federation, Dmitry Stoyanov. The bronze medal in this weight category goes to Alexander Maldiani, Georgia, and Hikmat Alishov, Azerbaijan. The silver medal goes to Alexander Galamos, Moldova. European champion in weight category 90 kilos juniors men, Ruslan Kiselev, Russia. Awarding ceremony weight category more 80 kilos juniors women. To take part in awarding ceremony, we invite the president of Sambo Federation Serbia, Jovan Smederevo.
The bronze medal in this weight category goes to Alina Gizai, Ukraine, and Florina Galistrece, Romania. The silver medal goes to Milica Žabić, Serbia. European champion in weight category, more 80 kilos, juniors woman, Katerina Kalyuzhnaya, Belarus. Awarding ceremony weight category more 100 kilos juniors men. To take part in awarding ceremony, we invite Vice President of Romanian Sambo Federation Iulian Crăciun. The bronze medal in this weight category goes to Ahmed Malish, Russia, and Alexei Sobol, Belarus. The silver medal goes to Ushangi Kakauri, Georgia. European champion in weight category more 100 kilos, juniors men, Daniel Natea, Romania. Ну что ж, на этом наша сегодняшняя трансляция подошла к концу. Завтра нам предстоит еще посмотреть третий день увлекательнейших финальных встреч. Ну и днем можно посмотреть прямой эфир предварительных встреч. Ну а сегодня все. Спасибо Фонду поддержки и развития самбо. Спасибо всем зрителям, кто смотрел. Спасибо спортсменам, судьям и тренерам. С вами был комментатор Михаил Мартынов. До завтра. Всего доброго.